Жители Краснодара вновь стали зрителями лучших православных фильмов. Кинофестиваль «Вечевой колокол» в течение 5 дней радовал горожан. На церемонии закрытия побывала Евгения Аганова. 21-й фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол» завершил свою работу в Краснодаре. Церемония закрытия Кубанского кинофорума прошла в Большом зале Кубанского казачьего хора. Сам хор порадовал зрителя своим выступлением в ходе всей церемонии закрытия. Великая милость Божия к нам, екатеринодарцам, кубанцам. Уже 21 раз собираемся мы в Екатеринодаре на кубанский кинофестиваль «Вечевой колокол». Это очень радует. Доброе, святое дело творят эти люди, которые вот представляют нам эти замечательные фильмы, радуют нас. Я считаю, это духовная пища для екатеринодарцев, для кубанцев. 5 дней на Кубани проходили кинопоказы фильмов, которые стали призерами отечественных и зарубежных кинофестивалей. За это время киноленты смогли посмотреть 9 тысяч кубанских зрителей. Краевая администрация пообещала организовать просмотры этих фильмов во всех муниципальных кинотеатрах города. Кроме того, за эти 5 дней было проведено много встреч со студентами, с молодыми кинематографистами. В ходе закрытия фестиваля состоялась церемония награждения победителей 21-го Кубанского кинофорума. Приза митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора удостоилась картина «Позывной», представленная Украинским фестивалем киноассамблеи на Днепре. Награду вручал сам владыка. Гран-при фестиваля «Вечевой колокол» получил фильм грузинского режиссера Константина Церцвадзе, рассказывающий об удивительном подвижнике нашего времени, грузинском святом Гаврииле Ургибадзе «Я жду вас в Сан-Тавро». Эта лента и стала фильмом закрытия фестиваля.